Лутенкову, Юрий Алексеевич, друг, выздоравливай, твой совет, ты сейчас расскажу наиважнейший. Так, друзья, кто еще не знает, Лутенкова учится от Урала, учится до вот Урала, пусть другие не обижаются, вот, я знаю, что говорю, вот, отличный мужик, продолжает лежать в реанимации, состояние стабильно тяжелое, тем мне звонили, я все, что узнал, к нему никого не пускает, стабильно тяжелый, все. Будем ждать дальше, будем ждать и надеяться, что он выздоровеет. То есть он выздоровеет, но надеемся, что он станет тем же Юрием Алексеевичем, которого мы знали. Вот такой мужик. Фотографии мне прислали. Кто-то, может, сам догадался, а может, Лутенковый ролик видел. Только там чуть-чуть было поближе. Доски чуть толще. Получается вот такая посередине канавка, когда две доски кладешь. Косточки не закапываются, а раскладываются. Сверху засыпали вот таким слоем земли. Так. И поливаем. И прям можно с реки, все нормально. Потом они всходят. А это же очень удобно. Там и это, достаточно сыро. Вот. Все-таки... Это фактически замульчировано, да, на 50% замульчировано. Доски – это та же мульча. А потом, когда, ну, то есть, это я пример привел, тут не совсем так, но сам принцип. Я увидел две доски и сразу вспомнил про Лутенкова. Вот. Может, он просто защищал от лишних сорняков, чтобы не бороться с ними. Я тоже так делал. Я всегда в саду по периметру доски наложу, уже меньше травы лезет из земли. И вот получается такая картина. Потом он доски убирает, и получается вот такой вот этот самый порожек. А порожки уже внутри косточки. Потом все это поливается, лишняя вода, даже лишняя земля убирается, и косточки только что не торчат спинками, а может уже и торчат. Вот это латинковский способ. И еще раз говорю, этот снимок некорректный, просто чтобы я не забыл рассказать. Вот, так что, Алексеевич, выздоравливаю. Я так ценю этот совет, почему? Потому что сам не догадался. Стыдно, но мне не пришло это в голову. Вот. А дальше смотрите. Добавляем его совет моему совету. Ну, сентябрь. Сильнейшая обрезка. Вот они, абрикосики, да? Приходит зима. Обратите внимание. Вот. Склон. Так. И на этом склоне, ну ладно, я буду читать, специально сделать холмы, гряды трудно. Но в данном случае, после всех зим, ни одного случая выпривания. Вывод. Даже школки надо делать на склонах, поняли, по возможности. А добавьте сюда еще доски, которые я не догадался. Вот. Вот. Но это на первый момент. Это уже пересаженные абрикосики, зимуют на морозе. За все годы я только несколько раз, когда шелушилась кора, снегу было выше колена, таких зим было не больше 2-3 за все 30 с лишним лет. То есть у нас безснежье. Так? А все-таки было. И вот когда высоко снегу, у отдельных абрикосиков, у моих, все-таки основания выпривали. Вот. Я их браковал беспощадно, потому что мне их девать было некуда. Итак. Итак, добавим сюда, если это склон, если ровненький, если мы начинаем семена закладывать, то можно к этому добавить склон. Так. Все-таки представьте себе, что здесь будет полметра-метра снега. Могут выпить? Могут. Значит, еще бы добавляем склон к идее Лутенкова. И все прекрасно. Очевидно, невероятно. Не опрыскивается. Почему надо заниматься всерьез этими сеянцами? Не опрыскивается ядохимикатами. Груши вообще не опрыскиваются. Вообще ни одна. Вот. Абрикосы ни один. Вишни, ни один, черешня, ни одна. Сливы венгерки, персики не опрыскиваются. С появления первого листочка никогда. Значит, что остается? Яблони не опрыскиваем. Вот, все-таки тут для худо-бедно процветает. И никуда не денешься. Почему? Я говорю, если дерево не искалечено, будет или минимум вредителей, или их не будет. Но что такое привитый саженец? Калека, вот. Коллега из двух половинок срощенный. Укоренение укореняемых культур в саду железо, в том числе шелковицы. Вот это начало укоренения шелковицы, видите?
Это легко и просто. Достаточно фотографий, чтобы даже лекцию читать не надо. Раз. Так. И учитывая, что шелковицы у меня давно перестали замерзать, укорененные шелковицы, это все-таки не... Все-таки это то самое палка пророщенная. Вот в виде черенка палка. Вот. Но это уже от безысходности. Семян выращивал, получал вот такую мелочь. Смотрите на ногти. Вот. Семенное размножение в Сибири невозможно. Идет одичание. А об этом, кстати, наука почему-то забывает. Почему у нее в Сибири самые худшие результаты. Ну как можно сеянцем выращивания получить крупные плоды? Неважно, шелковица, яблони или груши. Я не понимаю, почему я это знаю, они этого не знают. Чем жестче климат, тем меньше плоды при прочих разных условиях. Или замерзание. Вот. Поэтому это извращение. Это то, что я ругал. Но хочется иногда чего-нибудь такого, как песня поется. И я, получается, делаю извращение. Почему? Потому что у меня укорененные шелковицы перестали замерзать, время прошло, а история развития шелковиц в моем районе – это отдельная тема. Мульчирование за и против. Видите, вот мы же тему семян проходим с вами, правильно же? Я ничего не выдумал. И вот эта тема семян. Вот человек мои косточки посадил, прислал фотографию. Здорово! Схожесть. Великолепная, видите? Нравится то, что он так замутировал, что боюсь, что эти же абрикосы сгниют. Я не утверждаю, что сгниют. Прошло там 10 лет. Что-то я ему писал. Караул, спасайте от гниения. Вот. И вас учу. Почему мульчирование прием распространенный? Вот это вот о мульчировании у меня статья появилась. Троценко кусочек вебинара сделал в виде статьи, разместил в Яндексе. Ответ тут же пришел, то есть комментарии. Вот. Ничего подобного, мульча должна быть, иначе все, иначе это высыхает, а так поливать не надо, конечно. Вот. Но человек просто не дотумкал до конца. Но, видите? То есть надо смотреть, высокие холмы, панацея, где близко грунтовые воды. Речь все та же про схожесть и... Здесь какая-то очень, скажем, с точки зрения агрономии, земля плохая. Очень плохая. А по железу лучшая земля для абрикосов. Запомнили? Идем дальше. Вот поверьте. Попробуйте на жирной земле вырастить, ага, замучитесь. На глине попробуйте. А это, ой, земля плохая. Да, прекрасная земля. Для абрикосов. Еще, это просто пример. Вот, кто-то из моих учеников прислал, сказал, вот так я сажаю. Варианты горшочка. Голубые ели, вопреки страхам, хорошо всходят. Один год выращивал, продать ни одной не мог. Вот, красота спасет мир, считается, но красивые саженцы голубой ели. Вот, я их года 2-3 держал, потом я их выкинул. Никому не нужны. Так, ну, Саяногорск депрессивный город. Подумаешь, два предприятия мирового уровня и миллиарды доходов. Ну, они как-то растворяются в неизвестности. Как говорил наш этот самый там в Москве на заседании Совета, нет, этот, как это называется, Совет Федерации-то, ВС Матвиенко, и в этом наш сенатор красиво говорил. Каждый из этих двух гигантских предприятий дает доход в казну Хакасии меньше, чем маленький пивной заводик. Вот эти гиганты, да? Ой. Если бы вы видели эти гиганты, чем маленький пивной заводик. Вот и да, дальше все, это я жалуюсь. Я не смог продать. А почему я показал? Потому что начинается тема горшочек.